Когда я пришла в команду, игра только отметила свой второй день рождения, и я помню, что ребята активно обсуждали новый облик Эрни. До этого Эрни был таким седовласым мужчиной в очках, который просто ломал все. Игра тоже выглядела гораздо проще в то время, и с годами мы ее начали улучшать. Она становилась все красивее, становилось все круче, все более выгодно выделялось среди других игр на рынке. Эрни развивался вместе с игрой. Он становился моложавей, он становился сильнее характером и физически. То, как выглядит Эрни сейчас, это тот же самый путь, который проделала игра, и тот же самый путь, который проделала команда. Я назову, наверное, самую главную высоту. Мы стали фермой номер один. Мне кажется, что мы та самая игра, которая является ориентиром в целом жанре, и я не буду раскрывать все карты, но идей и всяких улучшений очень много, и мне кажется, что это еще даже не окончательный, не финал, и мы добавим еще очень много всего в игру. Самое главное, что я чувствую и ощущаю, что 5 лет — это просто небольшой рубеж. Мы еще обязательно дадим интервью на десятилетие. Безусловно, Township заложил фундамент для всех игр компаний, потому что это был первый успешный free-to-play мобильный проект у нас. И мы действительно любим то, что мы делаем. Мы видим, что игра нравится очень многим людям, она очень многим помогает. Хочется, чтобы так осталось всегда. Когда мы видим ваши отзывы, можно растрогаться до слез. Мы видели очень много классных историй, которые нас вдохновляют на новые свершения. Ребята, спасибо, что играете и оставляете такие теплые отзывы.